Окей, что бы взять? Как насчет чизбургера и картошки? Да, не так уж плохо. Чизбургер и фри. Я просто должна сказать, чизбургер и фри, пожалуйста, когда меня спросят. Это очень легко. Не надо волноваться. Это не сложно. Просто сказать чизбургер и фри. Я говорила эти слова раньше. Нет причин, чтобы я все испортила так. Чизбургер и фри, пожалуйста. Чизбургер и фри, пожалуйста. Чизбургер и фри, пожалуйста. Чизбургер и фри, пожалуйста. Здравствуйте, чем я могу вам... Черт, я сваливаю отсюда! Я не могу! Может, в следующем году?